Дружественные отношения связывают Брестскую область и китайскую провинцию Хубэй с 1994 года. За это 20-летие партнерские связи были сформированы. Время диктует свои условия, потому визит брестских руководителей был запланированным. Главная его цель – налаживание социально-экономических взаимоотношений. План сотрудничества, подписанный между Брестским облсполкомом и народным правительством провинции Хубэй – итог поездки. Это для нас очень важный документ, потому что здесь мы как раз еще раз закрепили именно наше сотрудничество по всем направлениям, в том числе и по товарообмену именно с этой провинцией. А провинция для нас – это огромное государство, ведь на территории провинции Хубэй проживает более 60 миллионов населения. Надо сказать, что те члены делегации, которые были вместе со мной, они остались очень довольны, и тем более, что все они наладили серьезные взаимоотношения с тем или другим регионом или с теми или другими руководителями данных предприятий, на которых мы были. В ходе визита делегация посетила административный центр для жителей «Одно окно», свободную экономическую зону Дунсиху и находящиеся в ней предприятия по производству молочной продукции. Также делегация ознакомилась с работой предприятия по производству напитков и чая в городе Чиби, который является побратимом города Барановичи. В городе Сяогань – побратиме Бреста. Вниманию делегации были представлены свободная экономическая зона и совместное белорусско-китайское предприятие. На встрече с руководством города председатель Брестского горосполкома Александром Палашенковым было подписано соглашение о дальнейшем развитии партнерских отношений между городами Сяогань и городом Брестом, а также протокол о намерениях. Были также достигнуты договоренности о возможности поставок товаров, производимых предприятиями области, в Китайскую Народную Республику. Наша самая главная задача, хочу еще об этом подчеркнуть, чтобы наладить такой системный товарообмен своей продукции именно в Китайскую Народную Республику. И все для этого не то что предположение, а все те вот наработки, которые мы там провели, они дают нам основания заявить о том и надеяться, что наша продукция будет в большем объеме присутствовать на рынках Китая. По результатам визита планируется открытие совместного представительства в провинции Хубэй, что даст новый толчок развитию отношений.